Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники посольства Российской Федерации в Молдове, дорогие друзья, русская община города Бельцы сердечно поздравляет вас с Днем России. 12 июня – самый молодой государственный праздник, который начинался с принятия декларации о государственном суверенитете России и который определяется не национальностью, а любовью к родине, к России. Россия – великая страна с богатой историей, героическими победами и достижением наших предков. День России олицетворяет неразрывную связь народа и его отечества. И мы желаем для России процветания и развития. Российская Федерация звучит гордо. День России – светлый праздник. Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, глобальную национальную идею и единение народов. День России вызывает неподдельную гордость за славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. В год 75-летия Великой Победы этот праздник приобретает особое значение, ведь именно благодаря героизму нашего народа была одержана победа над немецко-фашистскими захватчиками. День России воплотил в себя праздник свободы, мира, равенства и справедливости. Путь же России продолжает развиваться как государство демократическое, основанное на законе и гражданских свободах, и приносит населению страны благополучие и достаток. И этот торжественный праздник, День России, хотим пожелать вам больше сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом деле.